Друзья, всем привет! Если вы хотите научиться сильно бить, если хотите, чтобы ваш удар по мячу стал мощнее, стал жестче, то тогда эти видео должны вам помочь. Здесь мы детально и пошагово разберем все нюансы для плотного и сильного удара. Ну что, погнали! Выхлест голени – это один из ключевых и самых сложно осваиваемых моментов для сильного и плотного удара. Он сложный, потому что механику этого движения отработать непросто и довести ее именно до идеального состояния, чтобы у вас удар был максимально сильный. Для этого нужно правильно положить корпус, правильно использовать свой вес, правильно наступать на опорную ногу и еще масса нюансов. Все эти нюансы являются предшествующими к правильному выхлесту голени. Ведь правильно ударять как? Сначала у нас движется бедро, а затем идет разгиб ноги в колени. И только после этого мы наносим удар, плотно держа голеностоп. То есть еще раз, сначала бедро, потом нога разгибается в колени, идет проводка мяча, и мы наносим плотный и сильный удар. Для того, чтобы выхлест голени стал более резким и более мощным для последующего хорошего удара, есть целый ряд упражнений. Они основаны и на каких-то движениях с собственным весом, это какие-то упражнения на взрывную скорость. Также есть ряд упражнений со специальной резинкой, которая имитирует замах по мячу с утяжелением, то есть с определенным сопротивлением. Там может быть 30 килограмм, 40, 50, 70 и так далее. Но если вы тренируетесь так, нужно начинать с небольшого веса и затем постепенно его увеличивать. Так ваш удар станет мощнее. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если это так, не забывайте подписаться на наш канал, если еще не подписаны. Поставьте, пожалуйста, под этим видео лайк, мне будет приятно. И в комментариях напишите, на какие еще темы вы бы хотели видеть наши ролики в дальнейшем. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!